В Чувашском государственном художественном музее продолжает работу единственная в своем роде выставка «Забытые сражения. Неизвестные герои». Автор картин – наш земляк-художник Василий Макарович Макаров. В чем заключается уникальность экспозиции в сюжете Ульяны Пятаковой? На выставке с говорящим названием «Забытые сражения. Неизвестные герои» представлено более 120 живописных и графических произведений участника Великой Отечественной войны Василия Макаровича Макарова. Вместе со своей дивизией он прошел долгий путь от Сталинграда до столицы Чехословакии. Проявил себя смелым и мужественным бойцом. Выставка – своеобразная летопись Великой Отечественной войны в лицах героев 302-й стрелковой Тарнопольской краснознаменной дивизии, в которой воевал художник. Здесь множество портретов. Большая часть из них составляет рисунки и гравюры тех, кто отличился в боях за Родину. Наброски, повседневный быт окружающих его людей, будни редакции, в которой он служил, зарисовки боев. А возвращаясь в редакцию, на линолеуме создавал клише для газеты. Отдельный зал здесь посвящен Михаилу Девятаеву. Подвиг знаменитого военного летчика, который совершил дерзкий побег на самолете из немецкого плена, сегодня вновь на слуху, благодаря недавно вышедшему фильму. Между тем, судьба фронтового художника Василия Макарова и летчика Михаила Девятаева, неведомо для них, пересеклись еще в 1944 году. Тогда самолет Девятаева был сбит в небе над городом, где проходила операция, в которой принимала участие дивизия Василия Макаровича. Однако лично они познакомились уже после войны. После того, как о судьбе Михаила Девятаева узнала вся страна. И вот тогда художник и задумал картину, посвященную героическому летчику. Не все сослуживцы Василия Макарова дожили до победы, но талант художника сохранил для нас их образы, как и лица победителей, встретивших 9 мая в поверженной Германии. Впервые за все годы на выставке можно будет не только увидеть портреты героев, но и прочитать о том, через какие испытания пришлось пройти каждому из них. Немало рисунков и набросков Василия Макаровича посвящено рядовым красноармейцам, которые с обычным стрелковым оружием встали на пути военной мощи вермахта и, преодолев все невзгоды, сохранив и оплакав своих боевых товарищей, все же выстояли и победили. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.